Роман Григорович, видання Bloomberg пише про те, що Макрон за допомогою Китаю хоче посадити Україну і Росію за стіл перемовин влітку. Французька стратегія, за словами анонімних джерел, передбачає, що переговори відбудуться влітку, якщо все піде за планом. І у цих перемовинах також обговорюються довгострокові гарантії безпеки для Києва. Роман Григорович, ну план Сі ми вже бачили. А на що спроможний Макрон? Макрон сейчас озвучивает ту тему, которую это путинская тема отказа от вступления Украины в НАТО. Это такой суррогат. Этот суррогат сейчас проталкивает Путин, Си его проталкивает, сейчас его подцепит Макрон, подсветит. И этот же суррогат проталкивает офис президента. Это суррогат называется гарантии безопасности. Не вступление в НАТО, а очередные гарантии безопасности. То есть очередной какой-то, какая-то бумажка, мы ее уже видели, Будапештский меморандум, это тоже гарантии безопасности. Вот это сейчас проталкивает офис президента. Это коррелируется как раз с той уверенностью Путина в том, что договоренности, которые были достигнуты в прошлом году 27 марта в Стамбуле, а это не вступление в НАТО, и это Крым и Донбасс, не возврат Крыма и Донбасса в украинское правовое поле. Вот эти две договоренности сейчас уже по-другому, под другими соусами начнут навязывать украинскому обществу. Макрон только один из глашатаев этого плана. Сейчас мы увидим в нашем информационном поле вбросы и не вбросы, а разворачивание дискуссий на тему гарантий безопасности, то есть не вхождение в НАТО, а вот суррогат не вхождения в НАТО, то есть то, что надо Путину. Любая гарантия безопасности, любая бумажка, подписанная 649 странами, любой суррогат под видом гарантии безопасности, главное не вступление в НАТО. Это требование Путина, на которое согласилось наше политическое руководство в прошлом году как минимум. И именно это сейчас будут проталкивать везде в информационном поле Украины. Сейчас очень много всяких центров Разумкова начнут запускать площадки по проговор, по всяким консультациям по невступлению в НАТО, ну то есть проговоры по вопросам гарантии безопасности. Вот что такое невступление в НАТО? Это гарантии безопасности. Что такое гарантии безопасности? Это невступление в НАТО. Вот что от нас требуется. Не вступать в НАТО под разными соусами. То, что сейчас будет проталкивать офис президента, и будет очень агрессивно эту тему проталкивать. Вот посмотрите, в ближайшее время мы увидим много этих конференций всяких по гарантиям безопасности. Но с ними, еще раз повторюсь, стоит требование Путина не вступление в НАТО. Именно его и будут выполнять. Ну и второе требование Путина – это не возврат Крыма и Донбасса в Украину, правовое поле Украины. А это будет подаваться под другим соусом, под политическим решением вопроса, под дипломатическо-военным, военно-дипломатическим, каким угодно. Главное – не возврат Крыма и Донбасса в правовое поле Украины. Вот это сейчас вторая тема, которую в ближайшее время также будут вбрасывать, и один из этих вбросников, такой позвоночник, это Макрон. То есть он, как всегда, бежит впереди паровоза, подсвечивает свою значимость, так как сама по себе его значимость нулевая полностью в и после военной Европе. Франция, она не выиграла у Германии, она Германии сразу сдалась практически, и после вот этого поствоенная ее непонятный статус, они как-то пытаются его надуть. Ну, а Макрон один из таких, такого рода представителей.